Кем вы хотите стать, когда вырастете? Почему, Вера? Я хочу стать ветеринаром. А почему? То, что я этого хочу. Эмма? Я хочу стать океанологом. А почему? Потому что я люблю рыбок. Я хочу вырасти спецназом, чтобы эвакуировать и спасать. Я хочу быть президентом, чтобы... говорить с другими президентами. Я хочу стать биохимиком, чтобы сделать таблетки от старости. А я хочу быть главным в метро. А почему? Ну, чтобы там командовать. А я хочу быть строителем. А почему? Потому что это круто, очень строить части населения. И еще я хочу тушить пожар, стать пожарником, так. Я хочу стать полицейским, потому что это круто. А я гонщиком. А почему? Ну, потому что я люблю машины. Я хочу стать таксистом. А почему? Чтобы возить людей. Я хочу стать тренером полиции. А почему полицейским? Чтобы защищать город от воришек. А я хочу стать врачом, потому что моя бабушка медсестра. А я хочу вырасти воспитателем. А почему? Потому что там много детишек есть. А Гратыкин? Я хочу стать продавцом. Я хочу строить большой супермаркет. Ну, я, например, хочу стать машинистом. Ну, потому что я уже ходил в такую школу раньше, где учили на машинистов, и там легко. Там это как в автомобиле. Руль, рычаг, право-влево, ну, вперед и назад, и все. Олег, вперед, ехать. Вон, чтобы поворачивать. Вот почему я хочу стать программистом? Потому что я уже научился играть на компьютерах, и я на роботехнике. Таксистом мне хочется стать, потому что возить людей я люблю машины. Особенно Ламборджини, дорогая машина. Тесла электрическая, что-то мне не нравится. Я не знаю. Ветеринаром. А почему? Потому что я люблю животных. Тиктокером. А почему? Потому что они очень много зарабатывают денег. А кто такие тиктокеры? Тиктокеры – это кто снимает видео. Я хочу стать доктором. А вчера хотела стать парикмахером. А почему? Потому что докторы много зарабатывают, поэтому доктором хочу. Я тоже хочу стать доктором, потому что у меня и шприц есть, и я уже даже лечу фрукты, и у меня очень хорошо получается. Ты фрукты лечишь? Угу. Я хочу, когда вырасти, стать художником. А почему? Потому что мне эта профессия очень нравится. Я хочу стать ветеринаром, потому что я люблю животных. Я хочу стать художником, потому что мне эта профессия нравится, и я люблю творить, люблю раскрашивать, ну и всякое такое. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем садике родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Что такое любовь?
Любовь — это когда-то что-то романтическое. А кто, тебе кто-нибудь нравится из группы? Нет. Эмма, а что такое любовь? Ну, это... Любовь — это когда тебя любят и ценят. А тебе кто-нибудь нравится из группы, Дим? Да. Кто? Лиза и Эмма. Дамияр, а как ты думаешь, что такое любовь? Когда тебя любят и когда ты любишь кого-то еще. А тебе кто-нибудь нравится из девочек? Это когда человек любит кого-то, и он любит кого-то. Ему нравится девочка какая-то. А тебе какая-нибудь девочка из группы нравится? Я еще не знаю. Андрей, а как ты думаешь, что такое любовь? Ну, это когда кого-то любит и какую-то девочку любит. А тебе нравится какая-нибудь девочка? Я еще пока тоже не знаю. А любовь – это такое сердце, которое, например, английский фильм «Я видел, который раз только заснула», называется «Реальная любовь». А тебе какая-нибудь девочка нравится в группе? Да. Кто? Я же только что сказала. Саша и Варя. Саша, а ты как думаешь, что такое любовь? Это душа, любить маму, папу. А девочка тебе какая-нибудь нравится? Да. Кто? Эмма. Не знаю. А кто-нибудь из девочек в группе вам нравится? Мне да. А кто? Мне нравится Даша Трусова. Мне никто. Любовь – это когда девочка или мальчик любят друг друга. А тебе какая-нибудь девочка из группы нравится? Да. Кто? Ну, покажи. Сереж, а ты как думаешь, что такое любовь? Поцелуй, как Артур. А тебе какая-нибудь девочка нравится? Нет. Милан, а ты как думаешь, что такое любовь? Это когда кто-то очень сильно кого-то любит. А тебе кто-то нравится из группы? У меня есть, да, есть друг Арсений, мальчик. Мне он нравится. Любовь, это когда ты кого-то, когда-то он тебе нравится или... И любишь его. А вам кто-то из мальчиков в группе нравится? Альмира, тебе? Мне нравится, Серега, но он перестал со мной дружить. Любовь — это когда любят, заботятся. А тебе нравится какая-нибудь девочка из группы? Да. Кто? Мирелла, да, скрипится. Мне нравится. Дамир, а ты как думаешь, что такое любовь? Любовь — это когда люди встречаются и сердце просто трясется от любви. А тебе какая-нибудь девочка нравится? Нравится, но только все имена забываю. Любовь — это когда люди любят друг друга и рожают ребенка. Я тоже вот это. А тебе какая-нибудь девочка нравится в группе? Да. Кто? Лиза. Любовь — это когда человек влюбляется. А тебе какая-нибудь девочка нравится? Нет. А вам кто-то нравится из мальчиков в группе? Мне нравится. Кто? Андрей. А тебе? Никто. Тогда мне тоже никто. Любовь – это когда сердце, например, мальчик увидел одну девочку, и его сердце прям захватывает. И когда он вырастет, он хочет прям пожениться. И хочет ее поцеловать, даже чтобы никто не видел. А я думаю, любовь – это когда человек хочет встречаться с девочкой, ну, например, и жениться. Я тоже так думаю. А вам кто-нибудь из мальчиков нравится в группе? Мне – да. Кто?
Лёша, Артур и все. Мне Лёха и Артур, и все больше мне не понравится. Ну и Макар, потому что если он танцует. Потому что он влюбился в нее. Пока еще не определились. Мне еще влюбился. Кто больше нравится, да? Лёха. Любовь? Любовь — это когда ты... Ну, тебе нравится какой-то человек. Ну, и ты в него влюбляешься. И ты хочешь с ним дружить. Саша, ты как думаешь? И еще что, кто любит его. А вам кто-нибудь из мальчишек в группе нравится? Мне Макар. Мне нравится... Мне нравится даже Скрипицына. А из мальчишек кто-то нравится? Да не я. Не Артур. Мы видим грусть у вас в глазах. Быстро время на часах. Пожелайте саду, родителям, воспитателям, себе. Я воспитатель, пожелаю всего хорошего. Эмма? А я пожелаю, чтобы все были здоровы. Я не могу пожелать. Мы пожелаем, что счастье и вам любовь. Воспитателям, чтобы они никогда не болели. Вы всегда здоровы. И пусть у них все получалось всегда. А детскому саду, чтоб он тут стоял всегда. Андрей? Я хочу, чтобы воспитатели не болели. И чтобы садик всегда стоял. Хочу кое-что сказать. И воспитатели не старели. Я еще хочу пожелать воспитателям детскому саду. Сейчас забыл. Я пожелаю учителям, чтобы они те учили. И всем. Они были здоровы, чтобы не болели никто. И родителям еще пожелаю, чтобы они нам готовили ужин, готовили. И все. Здоровья, счастья, радости. Да и все остальное, чтобы у них все на работе было хорошо. Чтобы бабло забрало. И все, наверное. Я пожелаю саду, чтобы у них были хорошие группы, и чтобы они всегда всех любили. А родителям – любовь. Я хочу, чтобы в детском саду дети всегда были умные и не баловались. Я хочу, чтобы детский сад хорошо вырастился, и его всегда любили. Я воспитателям пожелаю, чтобы у них было много счастья. А я пожелаю воспитателю, что у них были хорошие дети. Я пожелаю себе, чтобы в будущем у меня, было... Сколько там детей не знаю? 7. А другим хочу пожелать хорошим будущим. Чтобы у них было все хорошо, чтоб не было ничего плохого. А ты, Максим? Я желаю себе, чтобы у меня было как видео. Я смотрел видео там,
где там будут роллинги над разными кошками там. Я хотела такую же семью, потому что там 4 кошки, одна собака и один кролик. Не буду. Я пожелаю себе, чтобы они были бедным, а богатым. А маме, чтобы они бесконечно жили, а садик, чтобы стоял вечно. Я хочу знать, когда я ушел в школу и полнил детский сад. Я хочу, чтобы мои родители были счастливы. Я хочу, чтобы мои родители были тоже счастливы и все мечты исполнялись. Я желаю воспитателям, чтобы они всегда жили и не только, и чтобы они всегда были здоровы. Конечно, они будут жить. А я желаю воспитателям, чтобы у них было все хорошо, они были счастливы и у них все было хорошо. Я бы пожелала бы маме и папе, я бы пожелала бы счастья, а воспитателям пожелала бы много радости и много денег. А себе я бы пожелала бы куча игрушек. Я пожелала воспитателям счастья и здоровья, маме с папой. Тоже много денег. И себе пожелаю, чтобы у меня были много игрушек. Я пожелаю воспитателям, чтобы они никогда не болели. Маме, папе всегда улыбаться. А себе очень-очень много игрушек и радости. Я желаю себе, чтобы... Ну, я себе желаю, чтобы у меня было много денег. И всем было там сладости, игрушки. А ты? А я себе пожелаю, чтобы я хорошо училась, и я только на пятерке с плюсами училась. Мы уходим налегке, детский садик наш прощай. Надо дальше нам расти и других детей встречать. Воспитатели в саду, мы благодарим вас всех. Постарались вы не зря, дети общий наш успех. Дорогие наши любимые дети, спасибо за такой прекрасный праздник. Вы уже такие большие. Не верится, что быстро время пролетело. Хочется пожелать, чтобы вы были такими же искренними, добрыми, заботливыми, дружными, друг друга не забывали. Ну и, конечно, мы, родители, вас очень любим и гордимся вами. Вы такие молодцы. Хочу пожелать нашим ребятам в школе хороших отметок, самых лучших друзей, добрых учителей и внимательных педагогов. Пусть все будет хорошо. Чтобы вы нашли побольше новых интересных друзей, чтобы вас там не обижали. Ну и, конечно, чтобы здоровье у вас было, и чтобы родители были рады и счастливы. Видели только ясное, светлое, все самое хорошее. И спасибо нашему детскому саду за то, что почти 5 лет вы были с нашими детьми. Мы вас очень любим, ценим и благодарим. Это самое прекрасное было с детства. Спасибо. Кто такой Павел Николаевич Грудинин? Вы знаете? Президент, что ли? А, это который построил школу и наш сад. Это начальник совхоза. Начальник совхоза. Это, наверное, президент. А еще он построил замок, наш замок. А, это этот, директор нашего совхоза. Помню, вот он однажды нам показывал, ночью, кажется, в полночь, у кафе «Ягодка» была мусорка, и она горела. Реально, да, внутри. Видимо, выткать была какая-то.
А там рядом еще две мужчины стояли с ней, очень близко, и они тоже сожглись. Ну, у них там, колеса. Я не знаю, кто это, но мама у меня очень разговорчивая. Может, и знает, кто это. Это... Острый посадик. Совхоза. Мама президент. Я тоже знаю про президент. А, я ясно мне. Это президент такой. Путин. Это директор совхоза. Так же. А в прошлый раз отвечал, что это Путин. Какой дед. Ну то, я думаю, кто это кто? Кто построил совхоз? О, это заместитель совхоза. Это сам директор совхоза имени Ленина. Да. Это Путин. Я тоже так думаю. Это типа Путин. Павел Николаевич Крудинин? Это человек. Это человек? Это президент. Это человек, который правит нашим совхозом. Это президент. Нет, президент у нас... Владимир Ильич Путин. Ага. Дети – это продолжение родителей, поэтому... Главная задача, чтобы дети были счастливы. И нам это удается. Спасибо всем, кто сегодня пришел, кто вместе с нами видел это прекрасное действие. Я надеюсь, что все будут счастливы, здоровы. Добрый путь. А спасибо. Что нужно сделать, чтобы стать взрослыми? Учиться надо на одни пятерки. Сначала надо пойти в школу, потом закончить один класс, прийти на другой. Когда закончишь школу, ты уже взрослый. Спасибо. Ага, институт тоже закончить. Надо расти. Надо, надо тренироваться. Венера, ты как думаешь? И надо есть полезную еду. И еще больше не болеть. Надо... Хорошо питаться, быть сильным, ну, заниматься спортом и, ну, и режим отдыха соблюдать. Я думаю, нужно хорошо работать, хорошо расти и все, не есть конфеты и там что-то плохое есть. Когда-то ел песок, когда меня огромной волной... Как песок? Ты что? Песок это невкусно. Я когда-то просто меня закрыла волной, мне попал в рот песок, и я почувствовал обычный песок, обычный вкус. И начал есть песок, потом понял, то это невкусно. Макс, песок, он же там бактерии живут. Надо есть, заниматься. Надо слушать воспитатель и есть полезные фрукты, овощи. Надо учиться, надо заниматься в школе, потом в институте, потом уже работать. Чтобы стать, а если не учишь уроки, не вырастешь. Много есть. Как вы поймете, что вы уже взрослые? Я не знаю. По годам, там все остальное. Хорошо учиться. И надо много есть. Спать. Нет. Надо много учиться. Надо только учиться. Ничего. Расти, расти. Просто ничего не надо. Расти. Надо слушать взрослых. И хорошо учиться в школе. Надо хорошо учиться и все знать. И, да, и каждый день ты будешь взрослей и много кушать, а на день рождения еще больше станешь. А я думаю, надо учиться, хорошо все знать и читать каждый день по 2 страницы книжки. Я сейчас так делаю. Чтобы стать взрослым, надо много спать. Чтобы расти, надо много
полезного есть, много развиваться. Много спать и много тоже есть. Потому что всегда есть полезную еду, спать и быстрее развлекаться. Тогда ты вырастешь. Я хочу вас сегодня поздравить с вашим первым в жизни выпускным балом. Я помню, когда вы впервые переступили порог детского сада, какие вы были маленькие, смешные, трогательные, как вы плакали, хватали маму за ручку. А сегодня уже все вы взрослые, красивые, покидаете наш детский сад. Я желаю вам, чтобы школа стала для вас таким же родным домом, как был наш детский сад. Я поздравляю вас с окончанием детского сада. Хочу пожелать вам успеха в школе, отличного настроения. И помните, что мы вас всегда любим и ждем. Ребятки, будьте всегда дружны, активны, стремитесь к высоким целям и радуйте своих родителей. Хочется пожелать вам новых побед, достижений, высочайших результатов. Ну и всего самого-самого, что только можно было бы пожелать нашим великолепным выпускникам детского сада «Замок детства». Мы вас всех очень любим и ждем всегда к себе в гости. Ребят, желаю вам оставаться такими же добрыми, классными детками подольше, и чтобы у вас все всегда легко получалось. Успехов вам во всем. Дорогие, любимые, талантливые, самые замечательные дети. Дети, которые выросли в этих стенах прекрасного замка, которые позволили нам участвовать в своей жизни. Желаю вам всего самого большого, самого светлого, огромного счастья, светлого пути, чистого неба, чтобы все-все у вас в жизни складывалось, и чтобы все, что вы не задумали, обязательно всегда сбылось. И вашим родителям желаю удачи, счастья, терпения и всего-всего самого лучшего.